Всем привет, с вами Диктофон, и сегодня мы поиграем в игру под названием Майнкрафт. Даже не верится на самом деле, и сейчас мы играем на сервере Crystalix, будем играть в мини-игру под названием Skyblock. Для меня на самом деле это не прям уж мини-игра, она очень даже такая обширная, очень большая. Как вы видите, у меня очень красивый скин. И если честно, больше всего за что я переживаю, так это за то, что если я начну сейчас выживать и нормально как-нибудь разовьюсь, и через пару серий мне так скажут: а мы тут вайпаться начали, как бы все, начинаю все сначала, и я даже не представляю, какие у меня будут эмоции на этот момент. Но в любом случае, будем дальше смотреть. Так, я уже создал даже наш остров, сейчас мы к нему тэпнемся. О, наш Рикардо Милос. У нас тут есть свой. Тут, кстати, у нас было дерево, только оно облысело немного. Я пособирал с него саженцы, я просто как только создал остров, сразу же все начало это исчезать. Вот единственное, что... Вот тут такие вот есть разные острова, прикольные, что у нас теперь будут все необходимые блоки для начального выживания. Очень много еловых досок, прям здорово, я люблю это все. И даже грибы. Но единственное, что я не понимаю, так зачем тут эти головы? Кому они тут нужны вообще? Сейчас будем их просто ломать, потому что они реально никому не сдались. Костер нам, в принципе, тоже, наверное, не очень-то и нужен. И будем теперь добывать наше первое дерево. Еще голова. Сколько же вас тут? Были бы они еще какие-нибудь разные, что ли, а тут вообще все одинаковые, но с разными никами. Хоть какое-то отличие у них, конечно, есть. Так, и сейчас уже будем добывать наш первый дуб. Да блин, тяжело. Очень тяжело это все добывается. Так. И по итогу будем смотреть, что вообще пропадет. Ну, у нас получится. Так, сейчас все предметы пропадут. Нам, конечно, такого не надо. Чудо. И что я нам, наверное, предлагаю сделать с самого начала, так это, наверное, генератор булыжника. Только, наверное, я его буду делать уже на полублоках. Только на каких? Вот тут, мне кажется... А, нет, там, слушайте, есть булыжник. Тогда давайте сейчас пробуем докопать до него. Так, тут немного побьемся. Ой, главное, Рикардо Милоса нашего не задеть. Потому что я, в прямом смысле, не переживу, если до него дотронусь. Он начнет мстить. Наверное. По крайней мере, обычно они очень мстительные. Прикольно, что тут уже есть очень много воды, очень много всяких ресурсов. Тех же самых, той же самой земли, по крайней мере. Ее действительно тут очень много. Ну, вспомню, как только обычно начинаешь выживать на скайблоках. Там такой небольшой квадратный остров, очень маленький, в котором как бы толком-то ничего и нет. Открыт новый рецепт. Нет, нам не надо. Спасибо. Так. Ой, это что такое? Ой, реально. Что-то я даже не помню, что это уже такое. А, андезит. Он так выглядит? Так. Видимо, у меня что-то с памятью. Но мне казалось, что он как-то по-другому выглядел. Булыжник. Ты чего делаешь? Падай аккуратнее. Я тебя подобрать-то не успел. Мы сейчас собираем, в принципе, все. Можно, кстати, из андезита попробовать построить. Хотя нет. Мне кажется, андезит мы потом будем что использовать в строительстве. Потому что, наверное, это не такой уж частый блок. Для начала нам надо будет немного хотя бы построить платформу какую-нибудь. Для того, чтобы там построить уже генератор наш. Так часто тут, кстати, вещи удаляются. Ну, с одной стороны, наверное, это и правильно. Чтобы уж так часто не все не барахлилось. И людям было комфортнее играть. Единственное, что пока что я хочу попробовать выживать один. То есть никого пока не буду добавлять. Так что, если что, извините, если бы вы хотели со мной поиграть. Но в ближайшей серии я планирую один развиваться. Если что, потом я хочу попробовать кого-нибудь из вас позвать. Может быть, даже нескольких.
То есть тут участников максимум... То есть я еще 5, наверное, могу добавить. И, может быть, еще потом разрешат как-нибудь слоты увеличить. Это будет прикольно. Ну, на данный момент будем выживать в одиночку. О, тут еще есть одна. Так, все, разрушили нашу кирку. Пипец там, конечно. Украшения уели. Я каждый раз смотрю и удивляюсь. Кто такое делает? Украшения из голов. Так. Я бы, наверное, все-таки 3 булыжника на всякий случай сохранил. Так, что-то все разучился делать. Так вот делаем. И будем создавать сейчас мини-платформу. Наверное... О, так, подожди, семена. Семена нам нужны. Быстренько их соберем. Да в какую нам сторону-то? Ладно, давайте хоть так сделаем. Понятно. И сразу уже косячим. Так. Справляемся. Вверх ставим. Так. Тут, наверное, 2 по ширине. И сейчас будем просто... уже застраивать. Наверное, в основном, когда я буду фармить какие-нибудь предметы, то я, наверное, это буду делать либо в ускоренной перемотке, либо вообще за кадром. Чтобы во время серии было, то есть, самое интересное, может, какое-нибудь строительство, какое-нибудь улучшение. Здесь, кстати, как вы можете заметить, у меня баланс уже есть 5000. Но я вам скажу, 5000 это очень мало. Давайте вот попробуем зайти на аукцион. Я вам покажу как раз среднюю стоимость здесь предметов. Тут различные есть предметы. И вот тут их стоимость 150 тысяч, 200 тысяч, 80 миллионов. Способность летать. Ого. То есть прям вообще подарок со скином. И все это стоит очень больших денег. И я их зарабатывал на битве с разными мобами. Там есть определенная территория, на которой ты можешь драться с различными мобами и как бы их уничтожать, самые разные уровни, и тебе будут давать еще за них всякие коллекции. Так что и что, я вам как-нибудь покажу, наверное. Так, как бы нам тут все сделать? То есть, наверное, вот так вот будет у нас. Хоба-хоба. Или что? Подождите, я разучился делать генераторы. Сейчас будем вспоминать, как делать генераторы. Так, наверное, вот так все. То есть, здесь вот вода будет у нас. Вот здесь вот, наверное, у нас будет лава. И давайте проверять. Надеюсь, у нас все получится. А то как бы будет очень обидно, если не выйдет. Так, отсюда берем сразу же. Ну, это надо тут немного подождать. Уголь! Ой-ой-ой. Я, конечно, помню, что это Next Gen. Но я забыл, ну, точнее как, я не думал, что он нам сразу же вот такой будет попадаться. Во, все. О, лазурит. Офигеть. О, редстон. А у нас даже железа нет. То есть его придется нам просто так добыть хотя бы. И это, слушайте, это здорово. Золото, да вы что, вы издеваетесь? Я не понимаю. Мы ничего из этого не можем, ну, прям добыть нормально. Это прям реально издевательство. Ой-ой-ой. Что-то я неумные ходы тут делаю. Надо будет пока нам тут все скрыть, чтобы что у нас не протекало и ничего не проливалось. Так. И вот здесь еще. Вот, все, теперь мы будем точно в безопасности. Правда, единственное, что вот золото, это блин, это как так? А тут на островах нету, да, железа, как я понимаю. То есть только мы можем там выкопать. Мы постепенно будем, конечно, строиться к другим островам. Но пока что, видимо, будем тут немного АФКшить. О, первое железо. Застрял в блоках. И потом будем смотреть вообще, чего у меня по итогу-то получится.
Вот я и построил нашу, можно сказать, первую небольшую островок. Островок полностью из булыжника, на котором у нас будут находиться наши основные как раз-таки предметы. Это вот ферма, которая будет со временем увеличиваться, конечно, еще вот дубы я тут выращиваю. Дурацкий дуб вырос, очень большой. Как-нибудь потом попробую его срубить уже отдельно. Главное, что тут наша ферма генератора. И вот сундуки. Кстати, сейчас вам покажу, что у нас тут есть. А есть тут много чего, на самом деле, я тут надобывал уже. Очень много дуба, кстати, у нас появилось. Алмазов даже немало. Посмотрите, сколько булыжника, от ума можно сойти. Ну, вот единственное, что я вам скажу, так это то, что у нас было бы еще больше, если бы не вот наш вот этот вот Рикардо Милос, который меня убил. Ну, конечно, я сам первый раз его нечаянно ударил, но самое удивительное для меня было в том, что когда я умер, у меня пропала половина вещей. Я тогда очень сильно удивился, думаю, как это и куда это вообще. А потом еще когда я построил вот эту как раз-таки область небольшую, поставил сундук, я подумал, буду переносить вещи. И как бы не хотел все вещи сам забирать, подумал, просто сломаю топором сундук и заберу все. Сломал сундук, выпала мне половина вещей. И как раз-таки, вы знаете, железо, изумруды, алмазы, все то, что мне надо было, именно это решило пропасть. Это да, вообще офигел на самом деле. Что-то так, генератор плохо работает. Вроде до этого прям все очень было хорошо. Прям посмотрите, как долго. Наверное, из-за того, что я что-то сделал не так. Хотя до этого все нормально работало. Так, ну вот, вроде все заработало. Также я построил еще дороги ко всем островам. Буду постепенно их обчищать, собирать всякие нужные предметы. Главное, мицели сохранить как-нибудь. Потом, может быть, у нас появится кирка на шелковое касание. Будем выполнять всякие достижения уже, наверное, в следующем видео. Это у нас была, можно сказать, более такая водное видео как раз-таки. Также из-за того, что у меня накопилось довольно-таки большое количество ресурсов, я бы хотел что-нибудь построить к следующей серии. Точнее, на следующей серии. А как раз-таки я хочу вас попросить о том, чтобы вы предложили мне, что мне стоит построить и, ну, для чего вообще, может быть, какую-нибудь ферму покрасивее или генератор улучшить. Ну, конечно, дом, на самом деле, насчет дома я пока не знаю. Но если вам действительно так захочется, чтобы я уже построил дом, то я постараюсь что-нибудь придумать. Ну, на этом мы, наверное, все-таки будем заканчивать серию. Я надеюсь, что она вам понравилась. С вами был Диктофон. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Всем удачи и всем пока!